Ай, блядь! Ебать, на рефлексе нахуй откуда? Начнем с ДДМ, может получится сейчас. Так, тут нету ничего. Там чувак пулемет, блядь, нашел, пиздец. Я не хочу слёв пить, пиздец, не хочу. Не нужен он. Понял? За ним гонятся, что ли? Ну, ничего, ребят, то, что вы видели на экране, то же самое у меня было. У меня также зафризило, блядь. Не надо, жулик. Ай, блядь! Ебать, на рефлексе нахуй отхуярил. Пиздец, блядь. Да сука, хули вы меня пугаете, заебали уже! Пиздец, блядь. Одни скримеры нахуй уже. Заебался. Еще один, блядь. Я тут, куда ты стреляешь, блядь? А чё все сюда упали? Мне вопрос, пожалуйста, на ответьте на этот вопрос. Сейчас, чувак, еще на донатике почитаю, сорян. Джемис Брол, спасибо за твич прайм подписку, братан, добро пожаловать. Ламбада Дак, спасибо за 30 рублей, братан, и за то, что комиссию погасил. Будет обидно, если я выиграю, ведь я уже купил боевой пропуск. Но ты же, типа, я же в деньгах даю выигрыш. Поэтому ты деньги уже там потратишь на что ты хочешь уже, а не на боевой пропуск. Спасибо, короче, Ламбада Дак, за 30 рублей, за то, что комиссию погасил. Спасибо. Ребята, если вас лагает на ютубе, переходите на твич, там все заебись. К сожалению, я ничего не могу с этим поделать. Придется, блядь, Жарову до сих пор мой хуй сосать, ведь этот хуйсос не дает нормально без VPN играть. Dead Be Kill, спасибо за огромное за твич прям подписку. Добро пожаловать, братан. Welcome. Бля. Мало зелья сейчас где-то будет. Нету все тут больше ничего? Окей, все, я пью. Найдется мало зелья, охуею, блядь. Перезапусти стрим. Нет, это не так работает, дядя, блядь. Это работает так. У меня VPN, и я не могу нормально с VPN стримить и играть. А без VPN я вообще не могу это делать. Увы, так. Приходится терпеть так. Джей Вилл Форест 322, спасибо за твич прайм подписку, братан, добро пожаловать. Ку-ку. Какая разница, VPN или нет? Эй, ты совсем не знаешь, как VPN работает? Или как? VPN режет твое соединение, как минимум, и дает дополнительный пинг, из-за чего, блядь, не справляется сервис, на который я стримлю. Все просто. Это, блядь, логично. Ну-ка, о! А зачем, если у меня тут есть? Ну, я на самом деле не охотничью возьму, эту возьму. Я бы. Если будет синяя охотничья, я возьму синяя охотничью. А так нет. А УБС без VPN робит? Робит. Все робит. Только у меня Twitch чат лагает. YouTube еле грузит без VPN. Поэтому. Забейте. Если мне стримить без VPN, то это вообще, блядь, на вас хуй забить, блядь, и вообще вас не читать. Ну зачем, зачем мне тогда так, блядь, стримить? Смысла стрима от этого теряется, блядь, если с вами попиздеть не могу.
Я лучше, блядь, ролик тогда сниму, а не постримлю. Скажи, пожалуйста, как ты так быстро ставишь батут? Все просто. Сейчас покажу. Патрон Тик, спасибо за твич прайм подписку. Добро пожаловать, братан. Смотри, ребята, есть небольшая фишка, как ставить батут быстро. Ну, во-первых, вы биндите кнопку специально. У меня на Т она забинжена. Батут можно не ставить, а прям вот так, типа. Ну, то есть не на него прыгать вот так. Можно его вот так ставить. То есть вы идете сюда, и вот буквально в центре батута ставите батут. То есть под собой прям ставите батут. Именно в себя батут. И тем самым, когда вы поставили батут в себя, вы автоматически подпрыгиваете. И все, не обязательно прыгать даже на этот батут. Вот, вот такой вот, блядь, лайфхак. Как батутом пользовался. Мне кажется, что он чувак внутри, потому что ресы не подобраны. Он, наверное, хилится даже внутри. Да, максимально странно. Может, он просто ливнул, чувак, тут, блядь. Здорово. Бриллиант Джан Компрессор. Компрессор. Спасибо огромнейшее за твич прайм подписку. Добро пожаловать. О, там чувак спереди бежал. Увидел. Оу, щит. Что здесь происходит вообще, блядь? Почему лут не подобранный? Не больно на это смотреть. Оп. Так, это у нас... Это во время перестрелки было, потому что это... Постреленная немного постройка, а выстрелов здесь не слышал. Соответственно, перестрелка была не во время того, как я сюда бежал. Значит, она была, ну, может быть, даже недавно, но не точно, когда я был рядом. Потому что если бы была перестрелка, я бы услышал. Но мне кажется, чувак, он вроде бежал, когда я сюда зашел. Там какой-то чувак в черном костюмчике был. Если я сейчас увижу кого-то в черном, то значит, я... мне не показалось. Блять, Дунидзе нахуй, ты Соник оправдываешь или что? Сколько стоит скин DJ-респиратор? Бля, по-моему, стоит... Во, вот видите, не... Ну, блядь! Сука. Вам 1500 стоит? Я точно не помню. Не надо по мне, пожалуйста, стрелять. Спасибо. Да ты че, ебаться? Ща. Одну секунду. 4 возьму. Экструд, спасибо за 50 рублей за то, что комиссию погасил, братан. Здорово. CJ1337, спасибо за твич прайм подписку. Добро пожаловать, братан. Видно сразу, что Женя заботится о своем комьюнити. Однозначно респектую тебе, братан. Спасибо, Экструд, за 50 рублей за то, что комиссию погасил. Приятно, безумно, спасибо. Никита 2447, спасибо за твич прайм подписку. Добро пожаловать. Он в кусе, что ли, сидит? Нет. Откуда он стрелял тогда? Откуда чел тогда стрелял? Хм, да не знаю. Кто, блядь, он стрелял? А может, это ловушка? Вот представьте, это ловушка. Я такой сейчас пойду наверх. И бам! Он ломает подо мной всю эту хуйню и пизда мне. Вот такие хуйни часто ставят консольщики, потому что им так удобнее строиться. Капуста 1998QX, спасибо за твич прайм подписку, добро пожаловать. Короче, смотрите, ребят. Есть, ну, такая хуйня, но это слишком очевидная. То, что ты ставишь C4 у подножия этой хуйни, и ждешь, и сверху батут. И ждешь, когда какой-нибудь чувак, блядь, просто... подойдет, и ты взрываешь, блядь, подножие, он просто падает, разбивается. Тут два минуса. Первое. Блядь, ну я же закрыл, сука.
Тоже пьешь? Ну давай попьем вместе. За дропчик спасибо. Уоп. Тяжело не буду брать, пизду. Спасибо огромнейшее. А, все, я думал, кто-то еще подписался. Почему мне так показалось, не знаю. Ай, блядь, долбоеб. Вообще на высоту не смотрел. Адов нет? Да ты че, ебаться? У тебя бинтики есть. Привет. О! Как дела? Можешь кое-что ебать. Визи, спасибо огромнейшее за 100 рублей, братан, если канал, то, к сожалению, нет. Но спасибо огромнейшее тебе. Блять. Ну вот, проебался. Спасибо огромнейшее, Бизи, за 100 рублей, братан. Спасибо за поддержку. Если какой-то видос, то сорян, братан. Я играть хочу. Тихо-тихо. Где? Там чел был, кексик бежал. Ой. Слушайте, а сзади снайпер может быть, который меня выебит. Оп. А. Здорово, Джон Вик. А чё ты бежишь, блядь, без построек ко мне? Это было немного странно. Ох, че золотая РПГшка была, а нихуя ты, дядя. Модный у нас, оказывается. Так, я хотел сделать вот так. Потом... А, не-не-не-не-не, в пизу. Короче, знаете, что я сделаю? Блять, ну я хотел в зону ее кинуть, ну ладно. Не получилось, похуй тогда. Там чувак был или это текстурка прогрузилась? Надеюсь, что текст... Надо было вообще, блядь, в этот подвал кинуть РПГшку. Ладно, посидишь так. Да ты чё, ебаться? Так, я спасибо за 20 рублей. Будут катки с подписчиками всегда, там и ник, no mercy. Спасибо огромнейшее, так, за 20 рублей. Катки с подписчиками вряд ли. Если будет у нас кастомки, то будем с кастомки с подписчиками играть. Спасибо огромное, что таги за 20 рублей. Ну? Понял. Ну, в всяком случае, по тут поставлю. Да что? Ты че, еб***ь? Мало ли, бежать придется. Анарим, спасибо за 20 рублей огромнейшее. Спасибо за то, что комиссию погасил. Привет, Женя, скажи, пожалуйста, как относишься к стилу и расскажи немного о своем... ПК, наверное, ты имел в виду. Спасибо, да к стилу да заебись отношусь. Да ты че, Пойну, мужик. Ну, пожалуйста, видос. Бизи, спасибо огромное за 100 рублей, братан. Не траться, но я не буду видос смотреть. Спасибо огромное за 100 рублей. Не нужно, братан, тратиться, я не буду видос смотреть. Блять, очень плохая позиция, сука, я на лоу-граунде. Может, наверх простроиться? Давайте, наверх пусть. Ой, блять, чуть не наебнулся. Спасибо огромное, аноним, за 20 рублей, за то, что комиссию погасила. И Бизи, спасибо за 100 рублей. Бля, и сундук еще нашел. Нихуя себе подарок, блядь. Подождите. Мне показалось. Это был бы охуенный байт, на самом деле. Сундук не открытый и в кустах сидишь. О. Блять, нормальный щит поставил. Брат, аноним ник себе просто написать. Потому что если ты без ника пишешь, то аноним пишется. Ну блять, ну вот это сейчас очень такая тупая, блять, дуэль будет. Он просто реально будет вот так пули по мне хуярить. В камеру не стреляй, долбоеб. Мы можем, в принципе, попробовать сделать вот так.
Это бессмысленно. Надо найти другого, его убить и, в принципе, к этому уже лететь. Хотя... Блять, ну... А, зона, кстати, для нас обоих хуёвая. Бля, низко дал. Пивас класс, спасибо за твич прям подписки, братан, добро пожаловать. Надо вот так еще сделать. Ох. Посмотрите, вот тут чуть-чуть, ну вы, наверное, не видите, вам плохо видно, но мне хорошо видно его башню. Вот здесь она вылазит постоянно, блядь. Или это дерево шатается просто, подождите. Блядь, а где нахуй еще один? Это реально просто дерево, блядь, двигается. Где кекс? Мы втроем остались. Джон, чат читаешь? Ребят, и стараюсь сейчас не читать. Потому что... Ну, видите, блядь, надо затащить. Блядь, сука, я сейчас чат закрою, нахуй. Бунтовать будете, реально чат закрою, мне похуй. Нам нужно лететь. Я вот слышу, вот знаете, particles такие, огонька есть, как будто кто-то перестреливается. Ничего такого нет. Ага, вижу. Раз, получается. Два. Все? Мы полетели тогда? Это надо сбоку залететь. А меня не смотрит? Или смотрит? Бля, увидел. Не надо. Да, я понимаю, я не в зоне, но не нужно. Я с другой стороны хуярит. Да ты чё, ебаться? Он с башни, да, это стреляет или чё? Блять, у него, сука, зона! Да, сука, ты пашет! Ебучий Роскомнадзор, нахуй. Блядь, долбоёб, сука. Чё он вообще делает? Скажите мне, пожалуйста.